Я иду на рыбалку, я намерен поймать большую русалку. 9 гальянов, 2 сазана. Сегодня в доме будет уха. Блестящий крючочек, на нем червячочек. Леска с мизинец и родной поплывочек. За кустики сев, я управляю снастями. Я жду, когда клюнет русалка. Русалка с сисями. Идет второй час, поплывочек в покое. Не клюет даже сом, что же это такое? Я на панике весь, начинаю гадать. Вспоминаю, что, блядь, я забыл поплевать. Достаю поплывочек, а следом крючочек. А на нем уже смерть, утонул червячочек. Другого живого в ручки беру. И благодатной слюной на него я плюю. Мешок наловил, а русалки все нету. Значит, вместо ухи дома будут котлеты. Лишь уходить я только собрался. В камышах кто-то сиськой на миг показался. И выпрыгнув резко, меня целовала. И даже в паху хвостом щекотала. Я буду всю жизнь теперь о ней вспоминать. И в этот момент свои ладоши. Удочку взяв, я иду на рыбалку. Я намерен поймать большую русалку. 9 гальянов, 2 сазана. Этой ночью сегодня будет она моя. Спасибо!